Здравствуйте! В эфире выпуск новостей, подготовленный журналистами Саянского телевидения. Сегодня в выпуске. В микрорайоне Промпаза продолжаются восстановительные работы. Саянск стал призером областного конкурса по охране труда. Полицейские выявляли граждан, не оплативших административные штрафы. На площадке у ЗАГСа дети и их родители высадили саженцы ели. Конкурс юных дарований завершил учебный год в художественной школе. Выставку, посвященную красоте Байкала, подготовили художники города. А теперь об этих и других событиях более подробно. На пресс-конференции губернатора, которая прошла 11 мая, Сергей Левченко поблагодарил жителей Иркутской области за помощь, которую люди оказали жителям районов, пострадавших от пожаров. На пресс-конференции Сергея Левченко, которая состоялась 11 мая, губернатор поблагодарил жителей Киренского района Иркутской и всей области за помощь, которую люди оказали жителям районов, пострадавших от пожаров. Сейчас в пострадавшие населенные пункты увезено несколько тонн вещей и продуктов. Глава региона сообщил, что в рамках поездки в Киренск он осмотрел жилой фонд, который можно использовать для расселения погорельцев. В поселке Алексеевск и в поселке Мельничный в Киренске принято решение достроить 2 многоквартирных дома. Глава региона напомнил, что принято предварительное решение о расселении и закрытии поселка Бубновка, в котором при пожаре 28 апреля сгорело 59 домов из 88. Жителям Бубновки для переселения будут предложены земельные участки в Иркутском районе. Жители пострадавших поселков уже начали получать выплаты за утраченное имущество из федерального и регионального бюджетов. В частности, погорельцы 8 сгоревших домов в деревне Вершина Ларского района уже полностью получили выплаты из федеральной казны по 100 тысяч рублей на человека и по 10 тысяч рублей единоразовая материальная помощь, а также по 100 тысяч рублей на человека из регионального бюджета. В деревне Вершина выделены участки для строительства нового жилья семьям, пострадавшим от природных пожаров. Проведено межевание. Размер участка составляет 25 соток. Принято решение о выделении пострадавшим 1200 кубометров леса, по 125 кубов на строительство домов и 25 на надворные постройки. До 30 сентября пострадавшие жители Вершины должны въехать в новые дома. Губернатор также сообщил, что он дал поручение до конца мая отремонтировать крышу пятиэтажного многоквартирного дома в Саянске. Начаты выплаты тем, у кого пострадало имущество, и поставил задачу, она, уверен, будет решена, что до конца мая будет крыша сделана. А до 30 сентября на Промбазе планируется полностью завершить ремонт всего дома. И в продолжении темы. Полным ходом идет сегодня в микрорайоне Промбаза восстановление квартир, пострадавших во время пожара в жилом доме. От уютной квартиры с ее ремонтом остались лишь воспоминания и пепелище. Беда пришла, когда ее совсем не ждали. Пожар начался со стороны леса. Из-за сильного порыва ветра пламя перекинулось на жилой дом. Люди убегали в чем были, даже документы не успели спасти. Делится своим горем Лидия Богданова. Наша квартира больше всех пострадала, выгорела больше всех. Потому что и четвертый этаж тоже квартира выгорела. Сейчас надеемся, что восстановят нам квартиру, дадут помощь, будем маленько, потихоньку восстанавливать. Хотя предлагали переехать в отремонтированную квартиру в этом же доме, на Промбазе имеется 9 свободных муниципальных квартир, мы будем ждать восстановления своей, тем более, что ремонт сделать обещали в течение месяца, говорит собеседница, временно живет которая у родственников. Другие же погорельцы, жилье которое для проживания также непригодно, с радостью согласились справить новоселье в новом пристанище, ремонт в котором выполняется специалистами предприятия «Каскад». У меня квартира над сгоревшей. Ну вот, меня сильно залило. В общем, все пришло в негодность. Это все. Но мне дали другую квартиру. За это спасибо. Приступили к ремонту, уже к отделочным работам по квартирам. ОСом восстанавливается электропроводка на сгоревших квартирах. И уже начали отделочные работы. В том числе здесь еще в трех квартирах от температуры деформировались плиты перекрытия. И в данный момент занимаемся, то есть, подготовкой к демонтажу плит и замена на новые.
Всего во время пожара полностью выгорело 7 квартир, 31 квартира частично повреждена огнем, практически все жилье потоплено. Работы по восстановлению пострадавшего дома ведутся в ускоренном режиме. Специалисты предприятия «Восток-центр» занимаются возведением новой кровли, которая была полностью уничтожена огнем. Силами управляющих компаний и организаций города уже восстановлено освещение, отопление, водоснабжение, канализация. Окончательная работа по реконструкции дома должна быть завершена к началу осени. Собирается документация, определяется объем работы, рассматривается же каждая квартира, не только полностью ремонт всех квартир. А в одной выгорели туалеты, в другой выгорели полностью квартира, то есть ремонт везде разный. Стоит отметить, что в доме проживает более 100 детей, большинство семей здесь многодетные. Всем, чье жилье пострадало во время пожара, будут предоставлены компенсационные выплаты. На объекте побывала комиссия по капитальному ремонту жилых домов. Возможно, восстановительные работы здания частично будут оплачены из фонда капремонта. Сотрудники ГИБДД вместе со службой судебных приставов регулярно проводят рейды по выявлению граждан, нарушающих сроки уплаты административных штрафов. В рамках операции «Злостный неплательщик» для взыскания административных штрафов, в том числе наложенных судами за управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, инспекторы ДПС совместно с приставами провели проверку автомобилистов по информационной базе ГИБДД на наличие задолженности. На сегодняшний день около 70 человек привлечены к административной ответственности за неуплату штрафа ГИБДД. Штраф необходимо оплачивать в течение 60 дней со дня вступления в законную силу постановления. В противном случае человек привлекается к административной ответственности за неуплату штрафа, за что предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в двойном размере либо административного ареста сроком до 15 суток. В местах приема граждан, на штрафплощадках и при остановке транспортного средства правоохранители предлагают погасить существующий долг. Нарушители, которые не оплатили вовремя штраф, выявляются не только на дороге сотрудниками ГИБДД, но и проводятся совместные мероприятия со службой судебных приставов. Также посещаются квартиры неплательщиков, где им предлагается вовремя оплатить штраф и привлекаются к административной ответственности за неуплату штрафа. Кстати, каждый автолюбитель может узнать о наличии задолженности в регистрационно-экзаменационном подразделении госавтоинспекции либо на специализированном сайте. Также следует помнить о том, что судебные приставы-исполнители имеют право временно ограничить гражданина на управление транспортным средством, имеющего задолженность на сумму более 10 тысяч рублей и не желающего добровольно погасить долг. Саянск занял 2-е место в областном конкурсе по охране труда. В Приангаре подведены итоги конкурса на лучший городской округ Иркутской области по проведению работы в сфере охраны труда. По итогам работы за 2016 год Саянску присуждено 2-е место. Мы заняли тем более 2-е место в конкурсе городов первой группы. Это Иркутск, Ангарск, Братск, Усть-Илимск. То есть города-то, в общем-то, такие даже более крупные, чем наш Саянск. И службы там охраны труда более сильные, чем в нашем городе. И 2-е место, я считаю, что это очень достойное место. Также отрадно, что в номинации «Лучшая организация в Иркутской области по проведению работы в сфере охраны труда» призовые места заняли 2 саянских организации – «Восток-центр» и «Легион Спас». Экологическая акция «В одной семечке. Начало тысячи лесов», организованная коллективом картинной галереи, становится в Саянске традиционной. Ученики 2 школ города вместе с родителями высадили саженцы ели возле отдела ЗАГС. Экологическая акция «В одной семечке. Начало тысячи лесов» впервые прошла в минувшем году. Ее идея заключается в том, чтобы ученики младших классов школ города самостоятельно занимались посадкой саженцев ели, создавая хвойную аллею на въезде в город возле ЗАГСа. Организаторами мероприятия выступает коллектив картинной галереи. В этом году в акции приняли участие учащиеся 1-го Б класса школы номер 5 и 4-й А класс школы номер 3. Каждый из ребят посадил свою елочку. Чтобы была красота по всем лесам, чтобы красиво было. И еще говорят, что деревья дают нам воздух. Очень интересно то, что само дерево сажаешь. Будут любоваться этими деревьями. Примечательно, что в этом году участие в акции приняли и родители школьников, мамы и папы. Сын попросил помочь. Я не отказал, как бы. Поэтому я думаю, это нормально. Зеленый лес у нас гибнет очень быстро. С
катастрофической скоростью просто. Поэтому, я думаю, акция важна. Благодаря таким мероприятиям ребята учатся с раннего возраста ценить живую природу. В общей сложности за 2 дня было высажено 80 саженцев. Стоит отметить, что высаженные детской рукой в прошлом году растения отлично прижились. Будем надеяться, что и посаженные накануне деревца будут чувствовать себя в следующем году прекрасно. 62 организации Саянска приняли участие в муниципальном конкурсе по охране труда. Победители были награждены в торжественной обстановке. Среди организаций группы «Производственные виды экономической деятельности» дипломом первой степени и ценным подарком – Новоземинская ТЭЦ. Будьте работа вам, и деньги вам, спасибо, и кубок вам, спасибо, и цветы. Вот уже на протяжении 17 лет в Саянске проводится конкурс на лучшую организацию работы по охране труда. В этом году участие в конкурсе приняли 62 организации города. Лучшие из них – это 9 победителей и 14 организаций, показавших отличные результаты, были награждены в торжественной обстановке. Дипломом второй степени и ценным подарком акционерное общество «Саянский пласт». Руководитель Мельник Николай Викторович, начальник отдела охраны труда Парыгин Евгений Юрьевич. Спасибо за работу. Это отличие. Спасибо. Дипломами первой степени в своих подгруппах награждены предприятия «Восток-центр», «Саянское теплоэнергетическое предприятие», «Саянский психоневрологический интернат», «Дом детского творчества «Созвездие», «Линейно-технический цех «Ростелеком». Произошла оценка вклада каждого присутствующего здесь состояния по охране труда, работы по охране труда. Значит, я думаю, что особого секрета нет. Как говорится, дорогу осилит идущий. Мы в дальнейшем будем прилагать много сил и средств на выполнение всех поставленных задач в этом плане. Ну и, наверное, тоже надо сказать спасибо я делу охраны труда, Ивана Людмила Юрьевна, в том плане, что помощи консультативной. Специалисты, внесшие значительный вклад в становление и развитие охраны труда на предприятиях, отмечены грамотами и благодарственными письмами. В рамках областной акции «Молодежь Прибайкалья против пожаров» сотрудники МЧС, ВДПО и школьники Саянска провели профилактический рейд, в рамках которого ребята раздавали специальные буклеты на противопожарную тематику. Под лозунгом «Молодежь Прибайкалья против пожаров» в Иркутской области прошла акция, организованная Главным управлением МЧС России при поддержке губернатора Иркутской области Сергея Левченко. Мы совместно с учениками школы номер 5 отряда ДЮБ и учениками школы номер 7 класса МЧС проводим рейд в жилом секторе. По словам организаторов, акция направлена на борьбу с возгораниями и профилактикой пожаров в Саяно-Зиминском регионе. Во время мероприятия школьники рассказывали саянцам об основных правилах безопасного поведения при чрезвычайных ситуациях, способах их ликвидации, а также оказания помощи пострадавшим. Целью данных рейдов, по словам самих школьников, является привлечение внимания людей к вопросам предотвращения возникновения лесных и бытовых пожаров. На территории Иркутской области введен особый противопожарный режим. Мы с нашими юными пожарными, то есть ДЮП, дружина юных пожарных школ номер 5, проводим профилактические рейды, в ходе которых мы знакомим наших жителей с правилами пожарной безопасности. Юные помощники-спасатели не просто вручали листовки, но и рассказывали о запрете на разведение костров и о том, как пользоваться первичными средствами пожаротушения. Вы не поджигайте траву на своем участке, не жгите мусор, ветки, за детьми следите, чтобы руки спички не брали, за внуками, хорошо, там кто есть, спасибо, смотря. Понятно. Несмотря на то, что в настоящее время обучение осуществляется в дошкольных общеобразовательных учреждениях, все же информации, необходимой для усвоения правил поведения в экстремальных ситуациях, недостаточно. Для организации обучения детей основам пожарной безопасности необходима не только квалификация педагога, но и учебно-методический материал, соответствующий детскому восприятию. А самое главное, по мнению спасателей, следует больше уделять времени противопожарным тренировкам. Экспозицию, посвященную году экологии, подготовили педагоги детской художественной школы. На выставке представлены картины и поделки из различных материалов. Все они воспевают красоту священного Байкала. Традиционная выставка художественных работ «Багульник», которая каждый год открывалась в стенах детской художественной школы, в этом году сменила название. Экспозиция получила название «Славное море, священный Байкал».
Преподаватели детской художественной школы посвящают выставку «Году экологии» самому замечательному объекту нашей и области, и не только области – это Байкалу. На выставке представлено около 100 работ. Это и керамические изделия, и батик, и произведения, выполненные в разных техниках. Но все они пропитаны уникальным духом самого глубокого озера мира. На полотнах изображены знакомые многим пейзажи Байкала, живописные древние шаманы, современные катера и лодки. Словом, все, что связано с волшебством знаменитого Сибирского озера. Свои работы на выставку по традиции предоставили все педагоги художественной школы. Цель экспозиции в этом году – привлечь внимание гостей и учеников учреждения к самой главной природной достопримечательности Иркутской области – озеру Байкал. На открытии выставки наши дети как можно больше узнали, хотя уже довольно-таки много знают ребята о нашем славном море, но тем не менее детская центральная библиотека приготовила замечательную презентацию. Выставка «Славное море. Священный Байкал» будет работать до конца мая, а возможно еще и в июне. Прийти и полюбоваться художественными произведениями может любой желающий. Мастер производственного обучения Саянского химико-технологического техникума Алексей Киприянов занял первое место в областном конкурсе. Конкурс профессионального мастерства проводится ежегодно. В нем участвуют лучшие мастера производственного обучения среднеспециальных заведений Иркутской области. В этом году заявки на участие подали 39 педагогов, некоторые из которых по итогам предварительного отбора были допущены до второго тура. Среди них саянец, мастер производственного обучения химико-технологическому техникуму Алексей Киприянов. Алексей Григорьевич выглядел очень достойно, очень серьезно. Он отдал вот все силы, приложил для того, чтобы победить на этом конкурсе. Но, конечно, помогло ему то, что хорошая теоретическая подготовка, хорошая техникум очень оказал ему мощную поддержку. По условиям конкурса были показаны открытые уроки по различным профилям, представлены презентации «Моя творческая мастерская». Участникам также были предложены тесты по дидактике и методике преподавания. Самым сложным это являлся урок производственного обучения, в ходе которого надо было научить студентов, не по той профессии, которой я обучаю, электромонтер, и заинтересовать их, чтобы им было интересно и что-то они смогли научиться. С этой задачей справился, потому что студенты были очень активны и заинтересованы. Как отметили организаторы прошедшего конкурса профмастерства, цель данного мероприятия – выявление и поддержка инновационных методов, средств и технологий профессионального образования, развитие творческой инициативы педагогических работников, повышение профессионального мастерства и престижа работы педагогов профессиональных образовательных учреждений. По итогам всех испытаний мастер производственного обучения химико-технологическому техникума «Саянец» Алексей Киприянов был признан победителем конкурса. В этом учебном году в 4-й Саянской школе появилась специальная награда для лучших учеников. Более 15 школьников получили особый знак отличия, и теперь они носят звание перовцев. Если тебе перовец имя, имя крепи делами своими. Ученики школы номер 4 теперь имеют право участвовать в этом внутришкольном конкурсе. Почетное звание перовца получает тот, кто принимает активное участие в жизни школы. Награждение победителей конкурса состоялось в мае на митинге у бюста Героя Советского Союза Дмитрия Михайловича Перова, расположенного на территории школы. Специальные значки и дипломы получили 16 школьников, учащихся с 4 по 11 класс. Также несколько человек из них получили и премию. Я очень рад, что я получил премию перовца. Это было для меня неожиданно. Я участвовал во многих конкурсах как школы, так города и области. Это было нелегко, но мне удалось это сделать. Я рада, что получила звание перовца. Для меня это очень почетно, я горжусь. Я очень старалась, чтобы быть активной весь год. Участвовала в разных мероприятиях, городских, школьных, в классе. Отметим, что и в других школах города есть свои внутришкольные награды. Например, гимназия имени Виктора Надькина также ежегодно вручает своим ученикам особые знаки отличия. Итоги учебного года традиционно подводят в детской художественной школе в формате конкурса «Юные дарования школы». В этот день здесь чествовали 50 самых активных, трудолюбивых и талантливых воспитанников.
Подведение итогов учебного года в Саянской художественной школе всегда праздник. Позади сотни занятий, учебных заданий. Для бывших первоклашек этот первый год особо волнительный и запомнится навсегда, как и первые и уже любимые преподаватели. Мой руководитель, Плесков Иван Васильевич, он преподает у меня живопись, рисунок. То есть мы композиции разные рисуем, станковые. На мой взгляд, он очень хороший преподаватель, потому что он всегда помогает, если что не так. Многие из первоклашек начали рисовать с тех пор, как себя помнят. Еще в детском саду они украшали окружающий мир цветными каракулями, но в стенах художественной школы они ощущают себя настоящими живописцами. Я люблю разными красками играть. Больше всего я люблю рисовать лето, потому что оно теплое, красочное, светлое такое. В течение учебного года тысячи работ юных художников Саянска отправляются в разные уголки мира на конкурсы разного уровня. В адрес Саянской художественной школы приходит сотни дипломов. На этот праздник, в честь окончания учебного года, который традиционно проходит в формате конкурса «Юные дарования школы», пригласили 50 самых активных, талантливых, сумевших проявить себя воспитанников. Мы самые сильные, самые активные, самые такие творческие, быстро работающие ребята всегда на этом мероприятии. Проводим еще один конкурс, самый главный конкурс года для вас. Этим главным итоговым конкурсом стало создание бумажных кукол для теневого театра. Кстати, в планах педагогов школы создание такого театра в своем учебном учреждении. Маленьким художникам выдали книги, сказки всех стран мира. И каждый выбирал и вырезал в технике силуэта своего сказочного героя. Впереди у ребят любимая летняя пора, которая принесет с собой массу новых ярких впечатлений, красок и образов. Ну и, конечно, любимый пленэр, когда все краски лета засверкают на холстах юных художников. Отчетный концерт воспитанников Дома детского творчества «Созвездие» состоялся на минувшей неделе во Дворце культуры «Юность». Вокальные, музыкальные, хореографические номера, а также многое другое демонстрировали мальчишки и девчонки. Проще калина, выступления коллективов танцевальной студии «Импульс», гитарного ансамбля под руководством Леонида Шабалина, вокальной студии «Витаминки» и многих других смогли увидеть те, кто посетил отчетный концерт Дома детского творчества «Созвездие». Конечно же, на успехи ребят в первую очередь пришли посмотреть их родители и друзья. Однако в зале присутствовали и представители управления образования, а также обычные зрители. Участники концерта, юные артисты от совсем маленького возраста до выпускников старших классов, демонстрировали то, чему успели научиться за учебный год. Даже наряды, выполненные своими руками. Концерт прошел празднично и ярко. На протяжении всего мероприятия зрителей развлекали участники театра-студии «Эврика», разыгрывая сценки из мультфильма про поросенка Фунтика. Завершилось мероприятие выступлением директора Дома детского творчества «Созвездие» Ирины Федяевой и награждением участников. И это все новости на сегодня. Всего вам доброго. До свидания.